Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi A6. Замена левого заднего крыла. Начинаем. И первым делом я разбираю заднюю часть машины и затем удаляю заднее крыло. Итак, крыло удалено, и теперь время взять нужные мне детали. Прекрасно, теперь я имею все для сварочных работ. Устанавливаю заднее крыло и выравниваю места соединений. Все зазоры в норме, свариваю. Thank you.
Сварочные работы закончены. Сварочные швы заливаю оловом. Работа с кузовом закончена. Устанавливаю все детали задней части. Вот и все. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 20 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!